Мы сегодня искренне рады тому, что все-таки дошли до такого рубежа. Вековой юбилей – это очень значимая веха, историческая веха, когда мы подводим итоги и ставим определенные цели перед собой. И понятно, что те цели, которые ставили наши активисты, удмурты, которые стояли у истоков создания государственности, это как раз-таки сбережение, народосбережение, чтобы и люди, которые будут пропагандировать, скажем, ценности, человеческие ценности дальше, никак не отрекались от своего происхождения, чтобы изучался родной язык, чтобы были возможности для его применения. И, конечно, все эти темы, они актуальны и сегодня. Нам нужны специалисты высокого уровня в разных отраслях и в разных направлениях. Этим тоже мы должны заниматься. Ну и самое ценное, самое важное, что, конечно, я думаю, что наши жители республики чувствуют гордость за то, что они проживают на такой интересной, исторически очень богатой территории, которая называется Удмуртская республика. Поэтому я хочу пожелать, мне кажется, материалы все равно сохранятся в архивах, и нас уже не будет, но и через 100 лет, чтобы наши потомки с радостью праздновали этот праздник и гордились тем, что они являются жителями Удмуртской республики в составе Российской Федерации.